КПСС, ЗСУ, разведка. Признаю, что был захвачен вчера ночью при операции. Признаю, что воевал против мирного населения. Где вы находились? Мы находились вот в этом районе. Тут район, как называется? Заводской. Заводской. Это самое, тут больше 4000 человек. На Азовстале находятся иностранные войска, я не знаю, какой страны. А численность? Ну, где-то человек 200-300. И Азова. А около сколько? 1500-2000. В этом районе находится правый сектор. И войска, это самооборона где-то вот в этом районе находится. Их человек 500. Разведчик, диверсант. Разведчик. О. Жалеешь ли ты, что воевал против России? Конечно, очень жалею. Вся эта война бессмысленна. Против русского народа не надо воевать. Мы одно целое. Украина и Россия — это братские народы. И воевать друг против друга не надо. Вот так, как вы видите, человек сам вышел из завода, желающий бегством из опасной зоны уходить. Так как вы видите, они бегут в рассыпную из этого завода. Ахмат, сила.